спонсор сегодняшнего показа – классическая сборка CS 1.6 от сайта getcs16.ru. Скачивайте, играйте и выигрывайте. Ссылка в описании. А, значит, альфа-самец. Чувак, смотри. Он как бы смотрит в экран и говорит: «Ты знаешь, где твоя мать? У меня в багажнике». В багажнике моей приоры. Чувак. Так, обводка. Кто-то тут говорит, что на Pujaya Pro мои очки уже автоматически дают мне плюс 20 к скиллу. Плюс 20 к зрению. Плюс 20, да. В. Вибу. Ну такое. Как надо закрыть и кидать под комменты. Да-да-да. Блин. Чувак, и что это за женщина от Юлии там была скинута, что Что за... Чувак, я должен это сказать, но я боюсь это говорить, но... Ну, давай. В родильном отделении. Не, поздравляю вас, свинья. Чувак, он явно недоволен жизнью, посмотри. Хотя, в принципе, так одет, можно, я не знаю, типа, фу, мало кокса, знаешь, он так элитно одет, там, типа, понял, все есть, как бы, я не знаю, ну, акции упали в школе. Блин, надо бы поднять. Короче, это, знаешь, я упал на одну строчку в Forbes. Главное ровно ввести. Я думаю, немного щеки. Рот не зацепи. Немного щеки ему отрежем, он не обидится. На ком я женился? За что? Он как бы смотрит на тебя в камеру и говорит: «Нет, за что?» Хотя почему, девушка вроде бы милая, на самом-то деле. Не, ну так-то да. Ну, нам скинули эту фотку, чтобы мы отфотошопили, поэтому... Так-то да, но так-то... Поэтому девушка сейчас будет не милая. Сахар, ты просто, я не знаю, ты просто... Ты понимаешь, ты разрушаешь семейную жизнь. Ты представляешь, если он покажет своей девушке этот фотошопленный фотографий? Я надеюсь, он никогда не увидит. А если увидит, не даст мне пизды. Надо бы перевернуть эту голову. В смысле? Ну, я имею в виду в плане в другую сторону повернуть взгляд. Нет. Ты смотри, как они смотрят друг на друга. Опять она смотрит на Макдональдс. Почему она любит его больше, чем меня? Так, по горизонтали. Привет. Чувак, она как бы смотрит на него и думает: тот гамбургер с утра был лишний. Смотри, он такой типа смотрит и говорит: фу, убери от меня свою косу. Это лайфстиллер. Ну, классно, да. Кто ВХ? Знаешь, надо еще так по-школьному написать. ВХ. Я ВХ. Это вопрос. Я ВХ. И внизу: это ты, петух. Демку скину. Чувак, это настолько сильно. Ты понимаешь, сколько смысла в этой фото? Сильно. Как это моя футболка не фирменная? Чё сказал, повтори? Пацаны вывезли в лес, думал, на лан едем. Даже мне? Да, брат. Да, брат. Осталось прихерачить монитор. Можешь ему голову этого поставить? Кого? Ну, чувака, который прокачивает тачки. Экзибит прокачал мою тачку. Можешь сейчас экран прихерачить на раму. Сейчас. Это сильно. Ты сознаешь полную картину. Мой кофе настолько черный. Пусть она, короче, едет, или он, и варит себе кофе. Знаешь, только подходишь к нему: эй, черный! Он же такой: что? Кофе черный, сделай мне. После лана. Нет, будешь плюс один. Мид плюс Трион. Уроки он. Астон Мартин за окном, ты в сердце.
Не знаю, после этого любая девушка бы отдалась. После таких слов. Ты на гиперэкстензию так же жмешь, как я. Он как бы завлекает тебя в зал. Не, смотри, сейчас. Лану. Обновим. Уже понедельник? Сделал даблкил ваншотом. Кто играл с моего Стима? Дорогая, это ты? Мама, где мышка? Сынок, я выкинул ее, она светилась. Что, блядь? По инструкции было так. По инструкции было сказано надеть на голову. XXL мне не подходит. И пусть все киски знают. Нормальная шапка, постираю, растянется. Это сильно. Сегодня на завтрак точно не я. Я готов увидеть шедевр. Давай. Подвиньтесь. Цыпочки разойдитесь. Повтори, кто с читами. Смотри, тот охранник как бы смотрит и говорит. Я не знаю, что он может сказать даже. Ну типа, что с этого дебила взять? А это, знаешь, такой, скорее бы пожрать. Скорее бы смена закончилась. Никто раньше времени не уйдет. Меньше и на галстук ему потом прихуярим. Секурь. Ети. Секурити. Мой отец охранял Джона Кеннеди. А теперь я охраняю этих двух.